Всем привет, меня зовут Раиль Арсланов, и это мой лайв-канал, спасибо, что заглянули. Недавно я был в Питере и совместно с крутым битбоксером Валентином Фокином снял очень классный выпуск, смотрите его на основном канале Хижина Музыканта. Мы просто подходили к людям и исполняли абсолютно любую песню, которую нам назовут, то есть возомнили себя шазамами. Ну а сейчас я хочу вам показать реакции на голос и битбокс, которые не вошли в основной выпуск. Приятного просмотра, поставьте лайк, я буду безумно рад, погнали. Девчонки, 30 секунд, денег не прошу. Прошу, назовите любимого артиста. Ну, блин, реально, ничего сложного. Вы тут со всеми? Скриптонит. А, давай. Скриптонит? Точно? Подумал хорошо? Скриптонит? Точно? Ну, пусть будет. Ну, а твой любимый артист? Я русский не слышу. Да? Ну, ладно, давай скриптонит. Давай. Сейчас попробую. Вы же наверняка не видели, чтобы на гитаре играли скриптонит. Ну, это максимально сложно сейчас. Так. Я опять на районе потерял себя в одном из дворов. Ты опять мне трезвонил, чтобы знать, что я жив и здоров. Среди тех пацанов, барыг и быков, машин, мусоров. Я пообещал бросить дуть и пить, ведь это любовь. Еще одной темной ночью каждый твой дом. И каждый твой выдох кричит об одном. Еще одним холодным утром руки без ног. Это любовь. Это кто был? Это ваши друзья? Это твои друзья. Спасибо за участие. Канал Хижина Музыкант. Можете обменяться контактами? Инстой? Есть инста? Да, давай. Можно вот так набрать, как на чехле, Арслан. Вон, ребят, просто. Конечно. Вау, классно. Что там, что там? Мы даже не ожидали. Канал показывать. Это же мой канал? Я не знаю. Не мой вроде, нет. Опознались. У тебя же нет канала. Да, 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 шучу. Давай фоткать. Давай, ну мы сколько подходов сделали? 15? Чего, больше? Больше. Конечно. Мне кажется, мы уже за двадцатку перевалили. Да не так много. На самом деле. Здравствуйте. А давайте вы назовете своего любимого исполнителя, а мы вам споем. Нам денег не нужно. Ну почему? Ну смотрите. Колоритный мужик. Ты чуть-чуть не додавил, он уже такой, опа. В Сочи у нас был один, «Машину времени» назвал, я спел, потом его прям в комментах полюбили. И еще в инстаграме зарепостили. Прикольно. В паблике. Вот, ребят, а, они уже были. Да, да, уже были. Ты так улыбаешься, а, идите нахуй. Чего? Не к тому идешь. Да, я вообще не знаю, кому ты шел, и шел ли ты кому-то. Девчонки, можно 30 секунд отвлечь? Денег не прошу, в отличие вот от этих. Вы хотели дать. Да, ну не надо, не нужно. Мы хорошие люди. Нам этот нужно я просто с ним, простите, вашего любимого подойду. Артиста. И мы попробуем любимый спеть. Артист? Да, на русском и перебрать. То есть, у тебя есть любимый артист на русском? У меня нет. Перечислить можете. Давай. Группе нравится «Анакондас», например. О, ага, «Анакондас». Да, ну я, блин, так и не успел еще разучить. Ничего не разучилось? Нет. Нервы? Нервы? Все, они самые популярные группы. Да, популярные артисты. Да? Ну, можно и без гитары попробовать. Все, то нервы только? Я не знаю. Так, у меня песни нервов кончают, ну давайте. Ну, что делать, вперед? Я сегодня еще эту не пел. Погнали. И пропадать в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадать в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. Задержи дыхание на них, ощути, какая глубина. В моей голове идет война. Я не принимаю ничего из того, что чувствую сейчас. Проводив тебя в последний раз. Поете? И пропадает в миллионах навек, когда ты самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забывать друг друга пора нам. И пропадает в миллионах навек.
человек, когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана, забываем друг друга по ранам. Все, реально пора забывать. В общем, не знаю, когда увидимся. Спасибо вам. Заходите на канал Хижина Музыкант. Хорошо. Пока. Надо в песни еще добавить нервов. Вспомнить. Конечно. Что-то их очень много просит. Прям. Я все песни уже, которые помню, еще же должны быть. Ну, а у Качу есть еще и... Ведь ты Кача, пьяный горло, и убила мою гордость. На самом деле, умение петь и играть, и вообще заниматься творчеством очень многое дает по жизни. Многие хотели бы обучаться именно у меня, но я уже не успеваю физически, поэтому у меня есть отдельные бесплатные видеокурсы на канале Хижина Музыканта, ссылка в описании, а также видеокурсы за небольшую плату, где научу владеть инструментом и голосом, а также исполнять ваши любимые песни. Ссылочка на мои видеокурсы в описании под видео. Дерзайте. Девушки, простите, пожалуйста, можете буквально 30 секунд скажите любимого своего исполнителя, мы споем и все. Рамштайн. Нет, русские песни. Цоя давайте. Руцоя, давайте. Давайте Цоя. Да что-то давай Цоя. Кипелова. О, разбежавшись, возможно? Скалы, конечно. Это не Кипелов. А, это Киш, простите. Я не музыкант, он музыкант. Арию, да? Давай. У нас нет налички. А там мы и без денег, нам не нужно. Ничего, мы не даем денег, мы просто свой блог снимаем. Иди сюда. Давай попробуем. Давай. Надеюсь, вам понравится. Шикарно. От края до края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Засыпай, на руках у меня засыпай. Засыпай, под пене дождя. Далеко, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай. Понравилось? Да. Хорошо. Спасибо, поехали. За участие. Все. Канал Хижина Музыканта заглядывайте. Хорошо. На ютубе. Да. Хорошо. Привет. Да? Здравствуйте, девчонки. Вы не вместе, да? Вы же не вместе, да? Ну и ладно, вы можете назвать любимого артиста? И вы. Попробуем спеть. Очень просто, да. Любимого артиста, и мы споем. Агутин. Давай. Давай, я сюда встану, так чтобы... Погнали. Да. Давай. Суета, света, тень, ночи близится день. Разноцветные пташки за окном чирикали, и луна нелистой надо мной, над тобой отразилась в окне, заиграла брехами. И ничего такого тут нет, это и не сон, и не бред. Ты не бойся, он хорош, хоть на нас и не похожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Просто так прохожий парень чернокожий. Не похожий на тебя, не похожий на меня. Просто так прохожий парень чернокожий. Понравилось? Спасибо. Хорошего дня, давайте, пока. Пока. Не похожи на него, не похожи на Сибю. Ну, блин, можем идти. Президент, держи. Спасибо. Видал? Да. Ну, я люблю пальцы. Ну, так громче будет, спасибо. Все, у нас есть медиатор. Музыкант на улице, голым не останется. Тут, понимаете, в Питере даже у простого прохожего в кармане есть медиатор или каподастр, или у него струны. Там еще стопудово есть нарды и томик блока, я отвечаю. Девушки, извините, пожалуйста, мы вас отвлечем буквально на минуту. Мы снимаем ролик на ютубчик, поможете нам? Любимого артиста нужно назвать. Артиста или песню, а мы вам ее исполним. Так просто. Только ты порнофильмы. Только ты порнофильмы?
Только ты. Это приглашение, мне кажется, сейчас. Это не песня. Ну да. Еще кого? Еще кого можете назвать? Ну, вы вообще порнофильмы знаете? Ну да, ну только что, конечно, мы пели. Хотел бы что-нибудь еще. Да, что-нибудь еще. We Will Rock You. Русскую песню. Русскую? Да. А что, ты английский не знаешь, что ли? Нет. Немецкий? А ты можешь? Нет, ну я не... Я знаю Sweet Dreams. Я знаю... Давай еще. Майкла Джексона знаю. О. Я буду битовать, ты будешь петь. Ну, ты будешь битовать и играть, а я могу спеть. Майкл Джексон, окей? She was more like a beauty queen than the moment seen. I say it on my, but what do you mean? I move on. Who'll dance in the floor, in round? И сейчас сразу припев пойдет. Нормально, нормально. Спасибо. Меня сам удивил. Спасибо за участие. Спасибо, давайте. Спасибо. Пока. Медленно, нет. Медленно. Очень... Надо было быстрее делать. Блин, как это работает? Кажется, что данный выпуск получился лучше, чем основной. Напишите в комментариях ваше мнение. Если не смотрели еще основной выпуск, посмотрите по ссылке в описании. Не забудьте подписаться на мой лайв-канал. Здесь я в 2010 году впервые начал снимать ролики после Mail.ru. Посмотрите, спуститесь в самый низ и кайфаните. Всем до скорых встреч. Пока.